Телерадиоканал «Страна FM» представляет программу «Зарубежка». Музыкальное путешествие в прошлое. Самые горячие иностранные хиты и новинки. Ведущий Влад Кутузов. Слушай, смотри. Категория 12+. Всем большой привет, друзья! Говорит и показывает телерадиоканал «Страна FM». И снова в эфире программа «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и сегодня я предлагаю отправиться в год 1999. Но прежде, всех без исключения, с праздником Великой Победы, который мы с вами отмечаем именно сегодня, 9 мая. Ну или уже отметили, если вы смотрите и слушаете нас в повторе. Ну а теперь к музыке, к самым убойным хитам 99 года. Итак, на старт, внимание, поехали! Зарубежка. Друзья, начнем сегодня с новой совместной работы двух артистов, двух певиц. Одну я знаю очень хорошо, имя другой, честно говоря, впервые слышу. Как раз последняя именует себя Мурамаса. Ну, бывают такие имена. Ну, а первая, соответственно, многим хорошо знакомая Charli XCX. Их песня называется «One Night» — «Одна ночь». Несмотря на такое неоднозначное название, все вполне прилично и в рамках дозволенного. Предлагаю прямо сейчас нам с вами и убедиться. Итак, Мурамаса, Charli XCX и песня «One Night». Огонь недели. You are something special. 20 carat solid gold. What we had was precious. But I had to let you go. We had a connection. But I'm not the type of girl who wants serious affection. It doesn't belong in my world. It was only one night, but I wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. I just wanna go back to where we were. It was only one night, but I wanna go back to where we were. Ну а теперь самое время оказаться уже в обещанном мною ранее году 1999, благо перемещения по времени нам с вами даются легко и непринужденно. Five, друзья, это не просто цифра 5, это, между прочим, пятый студийный альбом американского рок-музыканта Ленни Кравица, который стал мегапопулярным и позволил артисту покорить новые вершины. Например, песни Fly Away и I Belong to You помогли Ленни добиться еще большего успеха в Европе. В итоге во всем мире было продано свыше 6 миллионов этого замечательного альбома. Ну а песня Fly Away удостоилась премии Грэмми в категории «Лучшее рок-исполнение». Могли ли мы с вами это проигнорировать в нашей зарубежке? Однозначно нет. 90-е.
I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. Друзья, напомню, что вы слушаете и смотрите программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна-ФМ», и мы по-прежнему в 1999 году. И прямо сейчас из Штатов перенесемся в Испанию, пусть даже очень и очень условно. «Bailamos», что в переводе с испанского означает «Мы танцуем». Это дебютный сингл Энрике Иглесиас из альбома «Энрике», выпущенный как раз в августе 99 года. И, кстати, очень интересный факт. «Bailamos» — первая песня Иглесиаса-младшего, записанная на так называемом «спанглише», смесь английского и испанского языков. Ну и вполне себе гармонично и органично у него все это получилось. Давайте уже будем смотреть и слушать. Энрике Иглесиас, «Bailamos». 90-е. Let the world in our side. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the
Программа «Зарубежка» на стороне FM прямо сейчас продолжается. Мы остаемся в Европе, но из Испании переносимся в одну из самых музыкальных стран, ну и в одну из главных столиц современной поп-музыки. Итак, город Стокгольм. Именно там родился Игл Ай Черри, между прочим, сводный брат певицы Нине Черри, которая прославилась исполнением знаменитой песни «Seven Second». И там, в Стокгольме, он начал работу над своим дебютным альбомом «Desires», который он записывал в своей домашней студии. Музыкант держал все это дело в строжайшем секрете до тех пор, пока полностью не завершил работу над пластинкой. Она, кстати, имела большой коммерческий успех. В 98-99 годах он был продан по всему миру в количестве 4 миллиона копий и получил статус платинового в Соединенных Штатах Америки. Не Ленни Кравиц, конечно, но результат тоже более чем достойный. И эту песню, я уверен, многие из вас знают и, конечно, помнят. Итак, Игл Ай Черри, Save Tonight. 90-е. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. But I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Зарубежка. Зарубежка.
Напомню, в зарубежке на стране FM мы сегодня смотрим и слушаем самые мощные и крутые песни 18-летней давности. На очереди парни из Калифорнии, которые назвали себя Smash Mouth. Кстати, очень веселый, с хорошим чувством юмора и вообще чувством всего прекрасного. И как раз в 99-м году группа выпустила второй альбом Astro Lounge. Критики по каким-то понятным только им самим причинам посчитали альбом слишком сложным и слишком попсом. С другой стороны, благодаря именно ему группа приобрела множество новых поклонников. Сингл All Star стал популярен в середине 99-го года и был включен в саундтреки к фильмам «Таинственные люди», «Инспектор Гаджет» и позднее «Шрек» и «Крысиные бега». И вот сейчас, прямо с первых аккордов, вы узнаете, о какой именно песне и идет речь. Итак, Smash Mouth, All Star. 90-е. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Вы смотрите и слушаете программу «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM». «I Want It That Way» — совершенно потрясающие баллады, одновременно первый сингл с третьего студийного альбома «Мегабойс Бэнда» всех времен народов «Backstreet Boys». Кстати, «I Want It That Way» является самым успешным синглом коллектива. Он возглавил хит-парады во многих странах мира, завоевал множество наград, включая награды MTV, Billboard и многих других. Песня получила 3 номинации на премию Грэмми. Все это говорит о том, что прямо сейчас мы с вами должны все это услышать и, конечно, увидеть. Backstreet Boys, I Want It That Way. 90-е. The one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. When you say that I want it that way, tell me why.
the one desire you are. Зарубежка. Зарубежка. Всем еще раз большущий привет, говорит и показывает телерадиоканал «Страна ФМ». В эфире «Зарубежка». Меня зовут Влад Кутузов, и мы с вами продолжаем слушать и смотреть самые мощные, яркие и самые популярные узнаваемые хиты 1999 года. И прямо по курсу у нас одна из самых успешных певиц своего поколения, одна из самых богатых голливудских актрис и талантливая бизнес-вумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный фэшн-бренд J.Lo. Кроме того, она одна из самых влиятельных испаноговорящих персон. В 2012 году журнал Forbes назвал ее одной из самых авторитетных знаменитостей, а также 38-й самой авторитетной женщиной вообще в мире. 20 июня 2013 года эта красотка была удостоена звезды на Голливудской аллее славы за номером 2500. Но все это, друзья, было позже. А тогда, в 99-м, для Дженнифер Лопес все только начиналось. «If You Had My Love» — так назывался первый сингл из ее дебютного студийного альбома, выпущенного в мае ровно 18 лет назад. И вот это тот самый случай, когда идеально практически все. И песня, и видео к ней, и, конечно, сама Дженнифер. 90-е. Trust.
Зарубежка. Ну а теперь, друзья, в Зарубежке на телерадиоканале Страна FM еще один очень свежайший трек. Об этом исполнители сейчас много говорят и называют его новой надеждой современной поп-музыки. Я, правда, не считаю, что ее прям нужно спасать, поп-музыку, но парень действительно невероятно талантлив. Зовут его Чарли Пут, и свою первую популярность заработал он благодаря различным песням и кавер-версиям в своем исполнении, которые выкладывал на Ютубе, как и все. Потом пошло-поехало. Допелся до суперзвезды, пусть и совсем еще молодой. В общем, давайте прямо сейчас заценим. Чарли Пут и песня Attention. Огонь недели. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You've been running around, running around, dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, I know that dress is karma. You regret, yeah. You got me thinking about when you were mine. You got me thinking about. Это Зарубежка на Стране FM, друзья. Напомню, что в сегодняшней программе самые-самые-самые песни 18-летней давности. И следующая — это реальная бомба, друзья. Living La Vida Loca. Это песня, которая явилась причиной резкой популярности латиноамериканской поп-музыки в 99-м году и стала проводником для многих испаноязычных артистов. Там, конечно, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Шакира и многие другие менее известные. До этого момента ни латиноамериканцы даже не слышали о Рике Мартине, пока на CNN не объявили о его выступлении на 41-й церемонии Грэмми, которое помогло латиноамериканской поп-музыке выйти на главные музыкальные сцены США. Осталось добавить, что сингл Рики Мартина «Living La Vida Loca» был продан в количестве 8 миллионов копий, став самым продаваемым синглом за все время. 90-е. Superstitions, black cats and voodoo dolls. I
me fall. Seasons, new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away. City. In a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never. И история этой группы началась в 91 году со знакомства двух молодых людей. 19-летнего Мэтта Слокума с 15-летней Ли Бингом, которую он услышал не где-нибудь, а в церковном хоре. Знакомство переросло потом в творческий союз, где Слокум являлся автором музыки и текстов, а Ли исполняла эти самые песни. Все это предприятие они назвали не совсем просто, но вполне себе элегантно. «Sixpence None the Richer». Выпущенный в 98 году одноименный альбом стал самой успешной записью коллектива. Песня «Kiss Me» прозвучала в фильме «Это все она» и молодежном сериале «Бухта Доусона». И она стала той самой, единственной и неповторимой для коллектива. Если называть вещи своими именами, то выражение «группа одной песни» — это как раз про них. В общем, да, песня одна, но, друзья, зато какая! 90-е. Kiss me.
«Зарубежка». Друзья, программа «Зарубежка» на телерадиоканале «Страна FM» прямо сейчас продолжается. И мы с вами, напомню, по-прежнему в 99-м году. И прекрасные девушки у нас дальше с не менее прекрасной песней. «No Scrubs» от TLC была выпущена в самом начале 99-го года и стала третьим синглом, достигшим первой строчки чарта Billboard Hot 100 и второй записью группы, номинированной на премию Грэмми в категории «Лучшая запись года». Композиция в итоге стала визитной карточкой группы и, согласно тому же изданию Billboard, вторым самым успешным синглом 99-го года. Если, друзья, я чуть-чуть притомил вас со статистикой, давайте уже ближе к прекрасному. И опять тот самый случай, когда прекрасно все, все и вся. Группа TLC и песня «No Scrubs». 90-е. Never rising. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screens. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to ya with diamond-like precision. Insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Mister, get willing if you really wanna know. Could I be a silly hoe? Not really. T-bars and all my senoritas and stepping on your felines, but you don't hit me though. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. Зарубежка. Зарубежка. Ну вот мы и добрались до последнего на сегодня суперхита из теперь уже далекого 1999 года. Но это реально песня, без которой общая картина 18-летней давности была бы совсем неполной. После выпуска альбома, на котором эта песня вышла, он получил смешанные оценки критиков. Некоторые из них хвалили новое музыкальное направление певицы, однако критиковали чрезмерное использование так называемого автотюна в песнях. Альбом был номинирован на 3 премии Грэмми, получив в итоге одну — лучшее
танцевальная запись. В итоге пластинка возглавила чарты Германии, Австрии, Новой Зеландии, Дании, Португалии, попала в топ-10 в Великобритании, Канаде, Франции, Испании. Короче, везде, где только можно. В середине 99 года было продано более 20 миллионов копий, что делает его самым коммерчески успешным альбомом конца 90-х наряду с Ray of Light Madonna. Что же касается песни, то вы все ее прекрасно знаете. Называется она Believe, и это самый успешный сингл легендарный Cher вообще за всю ее карьеру, если мне память не изменяет. Кстати, на тот момент певице, внимание, было уже 45. Очень неплохо для того, чтобы стать флагманом новой танцевальной музыки. Итак, прямо сейчас слушаем и смотрим. Cher и песня Believe. 90-е. Ну что, друзья, еще один час очередной зарубежки испарился, осталось время всего лишь на одну песню. Как всегда в финале программы, это будет последняя на этой неделе музыкальная новиночка. Можете смело ее называть потенциальным хитом, но, честно говоря, я взял этот трек в программу совершенно не из-за этого. Все дело в том, что и в песне, и в клипе на нее очень много настоящего лета. Это то, чего нам так не хватало все эти долгие месяцы. Поэтому давайте посмотрим, послушаем и порадуемся тому, что так у кого-то тоже бывает. Итак, это песня «Сигал и Като», которая называется «Show You Love». Огонь недели! You.
Зарубежка. Ну вот и все на сегодня, друзья. Всем большое спасибо за то, что были здесь, в нашей прекрасной, замечательной компании. Ровно через неделю, как и всегда, мы снова пробежимся по самым ярким и знаковым хитам из далекого или не очень прошлого. Но и не забудем традиционно про нынешние актуальные музыкальные новинки и самые горячие хиты. С вами была программа «Зарубежка» и я, Влад Кутузов. Смотрите и слушайте «Страну FM». Пока, бай, чао. «Зарубежка».